Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Motorola E7 Power E7i Power узнать свой номер MEI и также серийный номер телефона. Первый способ — это открываем приложение телефона, открываем на нем клавиатуру и вписываем секретный код звездочка решетка 06 решетка и видим наш MEI1, MEI2 и также серийный номер телефона. И второй способ — это просто переходим в настройки, заднего раздела об устройстве, и находим всю эту информацию здесь. Видим наш MEI-код 1, MEI-код 2, и также в разделе модели оборудования вот он наш серийный номер. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!